Может мне снять что-то? Что ты говоришь? Может что-то снять? Ну, я не имею в виду стриптиз там... Стриптиз на базаре устроить? Я не против. А ты снимаешь уже или что? Да, снимаю. Или собираешься раздеваться? Друзья, всем привет, с вами Детский Клип Иван. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки, ловите в такую шикарную погоду замечательную песню про Одессу маму. А скажи, а вот какие тебе сейчас слова в голову лезут? Ну, куплеты есть какие-то? Спать хочу, Сережка. Вот такие куплеты. Так эта песня нудная. Привет, моя Одесса. Весенняя принцесса. Ты белый цвет акации надела, как фату. И хочется стать принцем, чтобы на тебе жениться. На тебя женщины оглядываются. Что, так плохо пою? Не знаю. Давай я перепою. Мадам, мюзье, всем таки пардоньте, извините. Привет, моя Одесса. Оператор. Пойдем, может, а? Покажем. Вот этот твой сон, короче, на меня плохо влияет, елки-палки. Давай по-другому скажи мне. Липованчик, любимый. А ну, а что-то шлепни, чтобы мне понравилось. Липованчик, любимый, давай что-то шлепни, чтобы мне понравилось. Друзья, всем привет. Не, я уже здоровался, да? Я спою. Жарко, ешкин кот. Привет, моя Одесса, весенняя принцесса. Ты белый цвет акации надела, как фату. И хочется стать принцем, чтобы на тебе жениться. Забыл. Ведь не... Как это? Ведь... Может, поедем? Поехали. Вспомнил? Хоть речитативом скажи. А? Ты меня, это, дурной пример заразительный, я теперь понимаю, почему это работает. А я тебя не привлекаю. Да, что ты тоже мне? Вышли, 100 лет не были на базаре, елки-палки, Спасибо идем. По вашему рецепту, классно. Я вас умоляю, будьте нам здоровеньки. Юра! Так что, допеть? Привет, моя Одесса, весенняя принцесса. Ты белый цвет акации надела, как фату. И хочется стать принцем, чтобы на тебе жениться. Ведь нельзя же не влюбиться в такую красоту, Одесса, ты же нас рожаешь, провожаешь и встречаешь, обнимаешь и ласкаешь, и не можешь обмануть, Одесса, ты моя истома, ты до боли мне знакома, и всегда вдали от дома, я спешу к тебе на грудь, эх ты. Как лохматка твоя поживает, нормально? Меня Катюша зовут, Катюня. Да я за лохматку переживаю, чтобы у тебя там полный был порядок. Нормально, все-таки в люди выходишь, елки-палки. Постирала ванишем. Ой-ой-ой. Вот то после того фейерверка жирного. Ох, ляпнуло так ляпнуло. Я не знаю, площадку мы вряд ли отмоем, но вещи у меня отмылись. Спасибо оператору. Но если бы вы мыли площадку, то вы бы и площадку. А у Марата что-то не отмылось, там ничего, елки-палки. Грязнуля. Ай-яй-яй. Марат, приносите, я вам отстираю. Ага, все, кроме усов. Усы пусть Светка стирает. Короче, друзьяки, всем еще раз доброе утро. В Одессе маме сегодня погода замечательная. Я бы разделся, да не знаю, может, Коляску так некрасиво, а? Ну, если чуть не угнали. Пузо не торчало, то было бы красиво. Очередная серия Липована, да. Ходим, песни поем. Так что, так и погнали, посмотрим, почем в Одессе помидоры, а? Давай. Что вам там дай, нужно? Дай. О, кстати, мы же будем готовить в новом казане 80-литровом очередной шедевр. Сказать какой? Mm-mm. Не скажу, скажи. Не скажу какой. Да ладно, только тебе скажу. Короче, вот тот птитим, помнишь? Птитим. Да. Птитим. Птитим, супер макароны еврейские, которые придумали еще мама дорогая когда. Вот с ними будем готовить лагман. Воскресенье. Приготовили бы завтра, но завтра, говорят, в Одессе дождь будет. Да врут. Что, гидромецентр? Да. Фу. И что сегодня солнце шмаляет, мама дорогая? Ребята, извините, с утра торможу, короче, сейчас выпили кофейка, все будет доброе по любасу, правильно? Однозначно. Идем. Что нам надо? Шматочек сала, кусочек колбаски, что-нибудь там по овощам, яблок надо обязательно взять, да и просто походить с хорошими людьми, поздоровкаться и таки поговорить, правильно? О, идем сразу начнем с этого, чтобы не забыть. С птитим этих макарон. Я вообще после того плова и тех блюд, что мы с ним готовили, не знаю, осталось ли там что-то у Сереги или нет, но идем узнаем. Пошли, брынзочку у меня возьми, пожалуйста. Спит? Не, она спит, просто солнце у нас, она же у нас нету. Слышь, а с пацанами яйцами поздороваться? Или их нема? Вот брынза, пошли за брынзой. Ладно, давай пошли за брынзой. Поздороваемся. Ох, она купается, брынза твоя в лучах солнца, ты понял? Сейчас наверное, аж горячая. Ты думаешь, это разве не да. Холодильник?
Здравствуйте, приятного аппетита. Что там, хурму доедал? Не осталось, нет? Ух ты, что ассортимент сегодня, Катюня? Так, мне две брынзы. Сегодня даже ассортимент зашкаливает. Давайте три брынзы. Да успокойся. И я маме одну дам. Ладно. И два творожка. И можно одну брынзу, один творог в один кулечек, а две брынзы, один творог в другой кулечек, пожалуйста. Хорошо, ты пока тут брынзуешь, хоть расскажи, почем это. Ты знаешь, почем брынза? А я не знаю, почем. Я вот, вот так вот, короче, она и покупает. Почем хоть брынза? 300 килограмм, да? А тут сколько у нас? Грамм? По непонятно сколько, короче. А творог почем? 315. Ого. Вот 300, ну это за килограмм. А тут фасовочки? Сколько она набрала? 315. Ну понятно, что не добрала. Какой-то сыр с травяной есть, сыр крем, базиликом, с италийскими травами. Я, кстати, такое не пробовала. Может, мне надо попробовать? Самое вкусное? Да, вот это вот сусечка. Ты шо, Катюня как блестит, елки-палки. С виду, похоже, конечно, не очень. Да я ж такой, что и лизнуть могу. Вкусно? Катюня, это шедеврально. Что, чесночок? Очень, очень вкусно пахнет, очень. Только с чесночком не хочу. Да что ты, ёшкинку, давай. Может, я возьму и не будем целоваться сегодня? Ну, возьми, если ты хочешь. И что, ты откажешься от поцелуя? Не, я не могу тебе отказать, чтобы ты голодный остался, а поцелуй. А да, я думал, тебе пофиг, чтобы я с голоду умирал, но главное, чтобы целовался. Из последних сил там уже. Вставай. Ладно. Некоторые жалуются, понимаешь, что им внимания мало. А тебе вот это вот целоваться, не целоваться. Все, давай спасибо деньги. Спасибо большое. Ты шо? Целуйся на здоровье. Так я так и лизну, ты понял? Но дома, короче. Катюня, спасибо. Благодарочка. Фу, я аж вспотел от подарка. Елки-палки. Ты что, сегодня жарко? Братик, от души благодарочка. До свидания. Погнали. За пептимом? Пептим. Пептим. Нам надо книжки детенку купить. Сальца кусочек и колбаски. Эй, гамарджоба геноцвали. Здравствуйте. Слышишь? Фу, я аж испугался, что его нет, короче. Здоровенький был. Не разобрали? Разобрали. Серьезно? Да? Что, людям понравилось? А сам-то хоть попробовал? Попробовал, конечно. И что, кайфанул? Вещь обалденная. Ну вы поняли, что это макароны? Да, реально, очень вкусно. Блин, сколько варенья не разваришь, короче. Именно не склеиваются, ничего. Так это, слушай, это секретные разработки с Израиля, еще не помню, каких годов мы раз за это дело рассказывал. Придумали такие у них ученые, макаронщики. Ну всыпь нам килограмм парочку. Реально вкусно. Угу. Горчичный порошок. Порошок. На а так целая куча людей, когда начали приходить, говорят, Липованчик, вы нам открыли глаза. Да. Уже не только за карася, а и за вот это вот чудо. Катюня. И ребята, те, кто не видел. Ой, тихо. Это не кускус, это не булгур, это макароны. Придуманные были в Израиле из самых твердых сортов. Я думаю, что они сюда нет-нет до цемента добавляют. Но не может быть. Ну, вот такой вот твердые макароны, да. А когда сваришь, кайф. Марат Джана, хватит нам на 80 литров 2 килограмма? Ну это же лагман, всего должно быть аккуратненько. Нет, подожди. Давай 4, еще 2. Что-то я ж забыл, что у нас казан теперь. А кто это кушать будет? Вы... Ну люди в твоем ресторане. Да? Да. А если не сидят, мадам позовем. Да успокойся ты, дикая, елки. Ты же не ел песто. А что а вас раскручивать? У вас все как всегда шикардос. Катюня, занимай очередь. А у нас закупить курочку. Занимай очередь. А попробовать курочку нашу? Это мы не планировали, но уже почти уговорили. Блин, и шо? Что? Звонить Марату, у меня просто сковородка хорошая лежит. Как шмальнем цыпленка-то пока, а? Сереж. А чего нет? А дайте одного. Раз вы говорите, что самое вкусное, так мы сейчас и проверим. Вот именно цыпленочек. Франция за такими плачет, у них таких нет. У них только цвет, а у нас именно еще и цыпленок. Конечно. А еще вкусный какой. Это я проверю, потом расскажу. Не, есть хорошая сковородка. Когда ты его будешь готовить? Сегодня у нас дети заболели дома. Ну ничего, замаринуем. Я не ту куртку одел. Угу. Типа у меня другая есть. Дай деньги. Спасибо.
Слышишь, а гречка это... Что? Нет, ты, такая, ты бабосы которая... не дала? Сейчас я дам. Это та, которая не разваривается, да? Тогда ж ты мне дома да. бабосы хочу... дай. Да дам я бабосы. Вот, да, есть там стадион, Перед. Где собак выгуливают? А вот там, где, короче, возле того места, где выгуливают собак, висят трусы, короче. Вот там, где трусы, там пахнет карасем. Ох, наговорил. Он так там он висит. До сих пор висит. Это я его туда запердолил, так что все нормально. Если есть велосипед лишний, давайте я еще разочек его туда засуну. Ты что, 4 килограмма? Набрали, так набрали. Катюня, учти без тачки. Все, спасибо огромное. До свидания, давай, спасибо. Тебе. До свидания. Будем обязательно. Что? Ты денег не дала? Ох, какой ты стеснительный, елки-палки. Я тебе... Она говорит, я тебе дам. Я говорю, дома даже людям деньги давай здесь. Раздает она. Это Наташа. Молочага. Заворочила голову, да. На. Давай. Слышишь, выдели мне немножко из своей сумки, чтобы я ходил. Сколько тебе надо? 340. Держи. По-моему. 160. Вот это да. 170. И так аккуратненько. Все, огромное благодарю. И извиняюсь, мы не специально. Просто как это? Солнце, Одесса, любовь, цветы. Где цветы? Спасибо. А вот у девочки красивые цветы пошли. Так, куда? Идем, берем кусочек сала и домой. Ты успокойся, ты елки-палки. И все. Ты что? Вон Миланя проснулась. Ну, привет, моя любовь. И что, она когда услышала кусочек сала, так все. Сразу сон как рукой сняла. Гугуся. Ага. Гугуся. Агу. Она еще не... Да может, уснет. Может. Слышь, хоть бы раз мы мимо здесь прошли. У них сегодня очереди нету. Может, хоть покормят? Слышь, что вы делаете? Едят. Своим ассортиментом. Здравствуйте. Здорово. А правда говорят, что у вас колбаса целебная? Да. Там анурез лечит всякие там... А ты страдаешь, да? Геморрой там всякое такое. Даже плоскостопие. Даже плоскостопие, я понял. Но немножечко. Немножечко, да. Главное, чтобы не вывернуло в другую сторону, чтобы в гуся не превратился. Катюня, а. Ты что, вы и блинов напекли? Да. Ай-яй-яй. Да. Вот это вы могете. Ну давай, заказывай. Да, дай мне растеряться сначала, подожди. Ой, дай мне собраться сначала. А что делать, Руслан? Ну как обычно. Сарделек штучек 6. Сало вот то подмороженное. Ох, оно вкусное. Вот то дурблю видела с инеем. Тебя только вижу в фильме скоп. Полосочку тебе? Кого, сальца? Да. Эй, две? И две вот этого вспотевшего сала красивого. Полосочки. Эш, ты же не забываешь, что это подарок, а у нас еще на работе такое сало, так надо... Да, я быстренько позвоню, поинтересуюсь, может, нам надо? А то же она у нас идет чуть-чуть лучше, чем карась. О. Алло, это самый лучший ресторан города Одессы? Ага. Сало вам надо? Алло, Вась, а я что хотел спросить, скажи, а сало надо или не надо, вот это вот, которое вкусное у нас на блюдо? А ну глянь, спроси. Я сегодня покупал. Потому что тут подъехала свежая, обалденная. Надо, все, добро услышал, давай, да. Хорошо. Руслан, и в другой пакете килограмма 3 такого же жирного сала. Да. Лучшего отборного. Маленькая ты моя рыбочка, и тебе сало дадим. Ну что ж ты такое? Ой-ой-ой-ой. Катюня, ты тут своей брынзой. Так это ты повесила, развесила, как на елочную игрушку. Устроила. Разгрузились, разделись. Немножко Миланию укачали. И продолжаем дальше. Слышь, а ну зайди аккуратненько. Доброго ранку. Доброго. Здрасте. Ох, ну невозможно же мимо зайти пройти. Ёлки-палки. Вот отсюда. И что, а ну а сейчас по-другому. Мы то заходили, короче, там когда было темно, а сейчас так светло. А с Липована приходят? Ёшки, приходят, конечно, да, говорят. Ой, мы видели у Липована.
вашу красоту. Ой. Смотри, весна в рассвете сил, ты понял? Детеныши сколько, мама дорогая, Катюня. Ну я, слышишь? А у нас наша цветет все нормально. Да. Так и висит там вид, наверху. Да. Это, кстати, ее место нашлось, да? Мы ее поставили на стол, но наши коты подошли и считают, что надо лапой обязательно. Они знают, что трейлеры нужно формировать. Ага, да. Ну вот эти, вот это просто, вот эти ампельные, это что-то. Агрегаты. А вот этот на столе, который... Смотри, это вообще какой-то седой, ёшкин ты кот. Я а вот там, не вот там еще белый жемчуг тоже очень. Ага, ну это. Катюня, не забудь на заборе контакты сфотографировать. Хорошо. Орхидейки у нас появились классные, миниатюрные. Сейчас их нет, и разобрали. А вот это вот малюсенькие вот такие? Да, но это остались самые такие скромные. По вторникам завожу орхидейки. Вот если вы будете во вторник, заходите. Вы обалдеете. Какие в Одессе какие будем обязательно. Классные. Да. Нет, эти не ароматные. А-а-а. Вообще есть ароматные. Есть ароматные, да? Ну, удивительно. Регатная листва очень красивая. Поэтому это надо видеть, это надо чувствовать. И пахнут реально очень приятно. Вы наговорили столько, что есть за что гугл полохматить. А регатные, это как это? Ароматные. А, я как это? Тю-тю, елки-палки. Серьезно, что у тебя в голове? Эй, пошли бегом. И что вы делать будете? Все продадите большие, и что? Ничего еще. Другие вырастут. Вон они растут, вон они, ну все на бутонах. Вон, да? Бутончиком, да, вон. Пусть попробуют. Процесс не заканчивается. Спасибо большое. Иди, здесь где-то было написано. Иду. Вот, фиалки в Одессе. Да, иди сюда, я говорю, здесь расписание тебе сразу и номер телефона, агрегатор. Подойдите сюда. Да не надо, ей видно все нормально, подъедь, чтобы было видно номер телефона. Я там только что подъехала. К номеру телефона? С той стороны тоже есть. Зовут Света фиалка, ёшкин кот, вперед. Смотри, вот это тоже такая красивенькая. Вот все, засосала человека. Да. Витрина. И вот это вот хорошенькая. Я сегодня, кстати, утром тоже думала вот так прийти. Но надела все-таки куртку. Нет, мы только что раздевались в машине. Я пришел по-другому, елки-палки. Да, мы сходили, купили сало, вспотел так, что мама дорогая. Зашли, сняли сало, короче, и раздел куртку. Угу. Или что-то такое там надел. Оператор, идем. Пошли. Я вообще не знаю, чего мы на базар приперлись, короче. Но что-то нам таки надо. Спасибо. Так, сало, фиалки, все, пока-пока. Идем детям книжки купи. Тут есть магазин, ты же туда меня водила, помнишь? О, какие-то казочки. Где? Вон стоят. И там есть оленя, вот слева. Книжки взяла? Да. Слышь, я уже за этот... Что? Как рак-отшельник, лёлки-палки, задом хожу. Ну, мама сегодня подарила. Сука, фрукты не надо тебе? Нет. А тебе надо? Он уже семена, рассаду продает. Ёшкин кот. Занимаю очередь. Слышь, а что ты куда-то идешь? Качу капусточки соленые. Здравствуйте. А что такое с капусточкой? Захотелось. А просто захотелось? А где кислая Здрасте. Такая хорошая? Пробуйте. Да она может прямо из бочки выйти. Да нет, ну спасибо. Катюня, я знаю, как ты умеешь. Подальше фемоскоп, пожалуйста. Да меня ругать будут, что я... Что? Голыми руками? Угу. Так ты же свое уже кушаешь. Осталось только рассчитаться. И что? Здесь можно голыми руками, с бочки. Руками каждый может. Ты без ног попробуй. Вот этой. Килограммчик и килограммчик, разные пакетики. Хорошо. А вот синенькие. Красивые. Ты хочешь? Ой, Катюня. Хочу штаны снять. Что? Не, уже настолько жарко. Уже? Да. Что сделал? А что ты? Вон шорты, тельняшка, елки-палки. А почем капуста? 60. А синие? Синие 15-100 грамм. Угу. Все можно пробовать. Ох, тебе нагребают по-богатому и опсель-мопсель. Мне и маме. Мне и маме, конечно же, да. Мамочка наша, да. Вам разные пакетики? Да. Да. Ты не перепутаешь? Там одинаково, Серёж. Здрасте. Да меня не можно, у меня же дети, елки-палки. Что ж там меня дурить-то? Надурили повадно. Надурили повадно. Да у вас там очередь. Потеряла ту женщину. Какую?
А которые огурцы пошлися? Красивая такая? Они все пришли. Огурцы? Да, согласен. Особенно с пупырышками. Сереж, дачу забирай. А я? Мне можно? Я больше. Все, спасибо огромное. Спасибо. Давай. Гайгуй, пошли. Все, целуем, обнимаем. Идем, Катюня. Спасибо. Здрасте. Опача. А что такое? Только Сережка идет. И хорошо. Так я собрался идти туда, короче, ё-моё. Так вы там посмотрите. Все, а у вас еще одна точка? Да. О, чтобы нам были здоровы, ты понял? Катюня, идем. Грибы все на базе, малина. А, вот он яблоки еще просил. Яблоки не только он просил, я еще тоже просил. Ты тоже хочешь? А, вот такие. Здрасте. Что, яблоки не продаются? Нет, они продаются, но они мягенькие. А, мягенькие. А, я понял, не хрустящие, да? Нет. Пойдем пошукаем. Спасибо большое. Если что, деньги есть. Катюня, а там вы не пробовали? Да не, может, уже не сезон, да не надо. Капусту взяли и все. Да оставьте в покое. Ну, говорю уже. Хорошо. Или пойдем дальше пошукаем. Пойдем дальше. Здрасте, а ваши яблоки хрустят? Надо пробовать. А, я понял. Так, Катюнечка. А, нам что-то из тяжелой артиллерии ничего не надо. Ни картошка, ни морковка. У мамы, нет, слава богу, все есть? Не знаю. Спасибо. Не надо, потому что нема силы в мене. А у меня появилось, да? Уже. Налилось уже, короче, ох, да. Ты, где? Вот там вот в жопе прикрыла и налилось. Шо? Ты, балда. Я ей песни сочиняю в голове, выдумываю. Она мне такое говорит, что вот как я могу петь такое, а, женщиной? Тьфу ты, елки-палки. Не, Сереж, ну так нельзя говорить обо мне. Да я любя. Не, даже любя так нельзя, непозволительно. Понятно? И что, мне надо извиняться? Извиняться деньги, не надо. Деньги, я извинюсь, будет нормально. А что, ты деньгами извиняться будешь? Не, куплю тебе цветы. Пирожок хочешь, там треугольничек? Не хочу я, Сережа, пирожок. Ой, горбаджика уже какая пошла, какая хочешь. А что такое горбаджика? Мантана. Болеро. Лучок. А, вот, послушаю на женщину. Маленький лучок. Горбаджика. О, здрасте, мы наконец-то вас нашли. А правду говорят, что ваши яблоки только хрустят, все остальные? Конечно, хрустят. Катюня, а ну сделай красиво. А как я тебе должна? Ну гавкни на них разок там, губами. У меня два яблочка. Дать попробовать? Да. Там уже не надо, может, сразу возьмешь? Ну, два яблочка возьми, да и все, или сядьте. Я не хочу. А давайте три, два ни туда, ни сюда, правильно? Либо в ванне не любят два, ни два, ни четыре, ну его в баню, да. Либо три, либо пять, либо семь. Конечно, да. Ты он вилково на базар выходишь, короче, и все там. 2 килограмма, это... Катя не любит, когда я так говорю. Ну, примета такая. На, да? Покойника, да. Поэтому либо килограмм, килограмм ты мало, но берешь три. Ты же как? Шо, как? Типа ты не веришь во все это. Приходится верить, да? Как ты говорил? Кто... Примечает, то ты получает. Вот-вот. Но то другое. О, конечно. Кто там ключи там на столе, там ножницы, там это вот там, что-то там. Почесал не той рукой, понимаешь? А это о другом. Это умение торговать. Рассольчик, а тебя налить? Хлебнуть. Бесплатно? Рассоль, да. Главное со своей банкой прийти. А что же мы там капусту взяли, не дошли? Пару яблочек. Подснежники есть. А я тебе говорил, пойдем. Сейчас придется тебе везде брать капусту, где видишь. Татьяна Михайловна, берегитесь. Сегодня капусты будет много. А хрен его знает, где этот хрен. Какой хрен? А мужчина ходит хрен ищет. Хрен его знает. Что, Катюня, твоя очередь. У меня три яблочка. Самые твердые. Слышишь, так тихо и спокойно. Ты видишь, столько людей, короче, и все. И все, как, и все как будто бы шепотом покупают, да? Тебе дают возможность. Шикардос. Почем яблочки? А, ты думаешь, что сейчас все нас слушают? Ну да. Ой, какие красивые. Можно я у вас одну возьму? Конечно, можно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сережка, рассчитывайся. А знаешь, что тебе все не отказывают? Чего? А думают, что ты до сих пор беременная. Я кормящая. Мне, а, она кормящая, можно. Да, ей можно. А арбузы нарезные. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, у нас еще от Мариночки осталось. Баночка. Ох, я лупил их на спор, короче. Ты что? С оператором поспорил. Это же это яблоко только в разрезе? А что? Ты посмотри, цвет манго. Ё-моё, Катюня. Давай я уже попробую. Блин, ладно. Ты хотел? Ну так, а чё нет? Добрасненько. Хрумкает. Very good. Три немало? Нет. Я не пойду потом еще разок. Пойдёшь. Приду. Прогуляешься. Это вы на сдачу? Да, вам. Тёзки, тёзки. Тогда мне хватит, да. Коляски, тёзки.
Мелания, Мелания. Я в курсе. Так, может, люди не в курсе, так будете знать. Я знаю. Спасибо. Ты рассчитался? У тебя там сдача должна быть. Это я в других штанах, елки-палки. Давай, бабосы. Спасибо. Это на самом деле бесподобные яблоки. Заходи. Прям райские. До свидания. Так это я еще арбуз не пробовал. Огромное спасибо. Здравствуйте, здрасте. Катюня, твоя рукава началась. Да. Что ты дакаешь? Бери, пожуй. Давай, возьми. Давайте, да. Да, делаешь мне салатик? Катюня, я все, что хочешь, тебе сделаю. Все, кроме салатика. Что? Руколу. Одну? Не, ты же... Ой. Что вы? Три. Вы что, не знаете, как она жует? Посмотрите потом видео. Авокадо, да? Кто-то там написал. Жирно есть по 6 авокадо в день. Я не ем по 6. Просто беру заранее себе. Чтоб было. Чтоб было, да. По одной штучке. Ну, даром бы не писали. Ты думаешь? Как там говорят, либо ван моргни, если там тебя взяли в плен. Бывает, и по 6 не хватает, ребята. Да врет он все, врет. Эх ты. Так, вот там выбери мне штучки 4 перчика. Я должен знать. Я знаю, но я же говорю, у меня потрясающе. Авокадо? Да, хорошие. Черемша почем? Хорошие? Тверденькие-то. А дайте ей один на сегодня, а может быть другой на завтра. Есть тот, что короче этот? Не, Катюня, шикардос, конечно. Сколько? Вот, да 4 штуки ей. Вот этот вот еще приятный. Все. И 4 перца. 3 и 4 какой-нибудь кидайте. Черемша почем? Ты не боишься, что у тебя там что? С молоком перебор будет? От чего? Вот травы зеленые. Не боюсь. Козички ж так по весне делают, да? Есть. Луга, и потом погнал, короче. Ну, если что, я помогу. Я сегодня Милане уже кабачок давала. Кстати, сегодня наш ребенок первый раз в жизни отведал еду человеческую. Это было удивительно. Глотать не умеет, Катюня. А. Одноклассница твоя идет. Какая? Да вот ты, балда ты, ешкин кот. Где? Прошла. А. Сереж. Эх ты. Давай рассчитывайся, хотя ты еще не знаешь сколько. Сколько? 410-400. Договорились. Я вам хочу сказать, что я ничей. Да, я повесил. Не прячьте от меня своих очей. Я просто пою, ты просто давай деньги. Они у вас настолько хороши. А мне просто неудобно. Я же хочу показать, как ты поешь. Проникают в глубь моей души. Отвлечься. Ах, если б знать, как вас. А завтра, говорят, дождь. Мне тяжело, Сереженька. Так, я уже растаял прямо тут. Я поэтому и говорю, если ты мне выделишь немножечко средств из своего бюджета, так я могу петь и тебя не отвлекать. Ты можешь заниматься своей работой. Давай, любимой. Я выделю сейчас тебе. Что? Давай, выделяй. Давай, ну возьми у меня по фильмоскоп уже. Фу ты, ёшкин кот. О. Стоп. Друзья, всем привет, с вами детский Липован. Оператор, как дела? Молчит? На, тебе. Ого, на. Много сильно. Слышь, выделено. Ты навалила. Так я тебе петь до утра буду, ёшкин кот. Так, тримай ты. Ого, там еще прилипло. Тихо, не подсказывай. Спасибо. А сдачу мне? Да, тебе. Я тебе лучше спою. Спасибо огромное. До свидания. Редиска там что-нибудь. Ой, а когда молодая картошка пойдет, еще не пошла, да? Ждем 40-дневку. Яички в какую цену? 70. А что тебе надо? С рекой зельц. Просто людям хоть рассказать, что тут тарахтим и тарахтим. Ёшкин а зельц какой? 150. Язык и голова знак. А ось. Кровяночка. А вот кинжал, колбаска. А вкуснячая. Попробуй. Не, вот эту да. Задняя часть кусочками режет. Все, я заднюю хочу. И сало, вон, смотри, какое жирное прямо. Сало прямо наливное. Мясо. А вот у темненькое что, барашек? Да. Ага. Катюня, не этого там. Чего? Хрен, горчица там что-нибудь помазать. Да покрутись по кругу, точно тебе намажут. Хорошо? Да. Лучше бы не пробовал. Тебе прям целая, да? Песня. Ты зря, я тебе денег дала. 180. Да, братик, легко. Хоть 300, 500, 700. Говори, сколько там бабки есть. Гуляем на все, короче. Ё-моё. Сколько ты сказал? 180. 560. Так, ладно. Благодарочка. Сдачи, да? Все, как ты любишь, да? Вот это навалило. У тебя тоже такая же, спасибо. Да? Спасибо. Дает тебе? Временно. Периодами. Это дает еще и деньги. Все, спасибо огромное.
Вот это повезло, так повезло. Любовь да моя. Да иди уже, спасибо. Так, Сергей. Что? Курицу ты уже прикупил. Колбаску прикупил. Себе взял. Мне нужны бананы. Тю, ты чуть не прошли, давай поздороваемся. Яблоки. Здравствуйте. Здрасте. Спасибо и вас. Я вас когда вижу, всегда за Лину Маршал думаю. Елки этой палки. У нас два фурика, одни в Одессе. Что у вас, что у меня. Катюня. А мне кажется, ты кепочку сегодня не по погоде выбрал. Маме сливки. Голову не печет? Я еще со вчера не снимал, ешкин ты кот. Нет, ты вроде дома спал, Сергей. Хотите сказать, что вы спите? Ну, я такой, что да. Не всегда получается уснуть, но я пробую. Но я пытаюсь. Лежу, а в голове сны грузинские, ой, пусть голова моя седа. Спасибо, взаимно. Зимы мне нечего пугаться, не только спасибо большое. Мои года, мое богатство, пусть голова моя седа, не только грусть. Мои года. А вы говорите, говорите. Мы уже мои года, мое богатство. Ребята, что ваши года такие были вах-вах-вах. Правильно? Ёшкин ты кот. Шо? Шикардос. Да не, у вас тут полный порядок, это значит свежее. Все, все, мы погнали дальше, потому что нам сегодня ничего не надо, мы просто надо поздороваться, да. Нет-нет, спасибо большое. Инший раз. Спасибо большое. Да вы, спасибо. Вот, ну все, разве можете отказывать, когда так люди предлагают, елки-палки, да? Нет. Ребята, шалом, как говорит Марат. С кем ты там? А что ты там денег отдал же? Ой-ой-ой-ой-ой. Понятно? От всей души. Спасибо большое. Спасибо огромное. Мама дорогая. Слышишь, моцарелла наша одесская. Холодненькая, Катюня. Ну и что? Кусать сразу будешь? Нет-нет. Я там столько травы накупил, думал, сами будем брынзу гнать. Нет. Уже это. Будьте здоровы. Ага. Обязательно я употребляю каждый вечер. Спасибо. Ты что, не могу я? Скажи мне, что тебе, согреть ее? Кого? Или пусть будет холодненькая? Зачем? Я могу на карман кинуть. На карман ты уже денег кинул, Сергей. Так то в другом кармане. Так то иди же. Не, ну ты слышишь, какая приятная тишина? А? Болградский. Да ладно. Я вас жду. Здрасте. А я думал, килийский, не, болградский, ты видишь? Давайте. Сладкий? Ты что? Сладкий-сладкий. Давайте. Красавица. Давайте. Вот, смотрите. Чистенький. Целый вам или половиночка? Вот такой. Ты что, кабак? Вот этот, что вы хвалили, вот конечно же. Все. Потому что тот катить надо будет, а этот можно понести. Все понятно. 83, пожалуйста. Пожалуйста. Катюня, я угощаю. Пожалуйста, 83, Сереженька. За 80 постоянно. Ты что? Ё-моё. Сэкономили 3 гривны. Слышишь? Ну я же знал, что так я вообще, придете. Я сегодня остановиться не могу. Вот это вот как оно, чужие деньги тратить, да? Шикарно, ёлки-палки, благодарочка. Спасибо. Ты шо? Фраер, толстый фраер, на рояле нам играет. Девочки танцуют, и пижоны поправляют свой кис-кис. Ты вообще можешь себе представить, что я буду иметь слушать после этого видео, а? Сегодня Ланжерон гуляет. Сегодня Серёж. Белочка справляет. Приятного аппетита. Что у вас не осталось там для меня чего-то? Яблочко кусочек. Пойдем купим. Яблочки, яблочки. Смотри, эх ты, сало. Здесь колбаска. А я думаю, это как это? Это же ваш мальчик там стоит. О, я же по колбаске откуда вас узнал. Наш? Катюня. Эй, смотри, седой. Андо, узнаешь? Сразу во рту вкус. Я там попробовал и немножко взял. Так что спасибо огромное вашему мальчику. Что он у вас такой есть? Блин. Что? Посмотри. Свин. А почем этот шедевр? 170 гривен. А, недорого, тем более. А вы с каким мясом завтра будете готовить? Завтра дождь. Ну, послезавтра. Как ты думаешь, Марат с каким? Он же еврей. Баранины? А, ты сильно глубоко копаешь, елки-палки. А, берите говядины? Выше. Говядина, да. Не-не, ну ведро. А что, там не было цветов? Где там? Ну, вот где мы проходили. Фу, Катюня, ты посмотри на этот. Тебе надо что-то черри? Шерри, как говорит Марат. Аджика, лимон, да. И детям бананы надо взять, не забыть. Да. Вот это уже по-весеннему, вот это уже по-весеннему. Ёшкин ты кот.
Почем хоть огурцы, я уже не помню. Так что, идем за чем? За яблочками? Да, ноги ведут меня туда. Тут и можно ходить еще полтора часа, короче, там шерри, с любовью, да? Потратить. Вот те яблоки, которые мы вот ели на днях, были очень вкусные. Это что, было фуджи? Фуджи называется, уже запомнил ты в конце концов. Шо? Слушай, я все помню прекрасно. Слава богу. Просто они были такие вот, такие как нужно. Идем, я тебе такие же, как нужно, найду. Здрасте. Здравствуйте. Вы аж как... яблоко выпало. Да, вы как Золушка, раз и выкатились, короче, из ларца. Здрасте. Здравствуйте. Да, опача. А что, у вас уже верба? Та-та-ра-та-та-та. А, да? Ничего себе. Ты что, верба, черешня этого года. Катюня, успокойся, здесь все свежее. Черемша. Ё-моё. Та лето это я уже оделся, как идиот. Зашел, машину снял и пошел уже как другой идиот, как идиот. Короче, да. Я просто не думал, что, короче, это... Вообще, так важно, и не маю приздитися, и качка, я дуже... Дуже файні. Очень-очень. А где Фуджи? Ми продаем. Саша, не привез сервис. Тю ты. А что, нема Фуджи? Там вон там. Ладно, будем есть груши. Там мы сейчас там найдем. Что тебе надо? Мне ничего. У вас тоже по 70 яйца? 65. Я говорил, что есть дешевле. А что, вообще яйца по 70? Были по 70, да. Я 65 люблю. Теперь все в Одессе будут знать, что у вас по 65. Да не, ну хочется, не хочется уходить. Наверное, вот Голден самый золотистый. Леголь, я предложу Леголь тверденький. Вот, давайте, все, да, давайте, не все, надо будем Голден. Вас слухать, потому что... Вот Леголь. Яйца, да? Да, давайте ему яйца. Что, вам подать ведерко или я сам накидаю? Давайте, я сейчас всуну здесь аккуратненько. Смотри, только там не переверни коляску. Все нормально. Что, десяток два? Два? Да три бери, что тебе два десятка. Я малый кулечек. Вот я хотел сказать, чтобы не треснул. А мы сделаем один в один. У нас просто ресторан, а питается Сергей по утрам, по вечерам и в обед яйцами. Да, Сергей? Ну, привык я с детства вот это вот когда. И карасями. Нет, это не будет. Яйца с карасем. Я вам дам кулечку. Вот вы задачи ставите. Одиночка, тут больше. Так это я возьму сюда пока, пусть полежит. А вы пока яблочек нам дайте штучек. Только твердых и вот совсем твердых. Вот такие, как яйца вот. Так, раз. А ну. Давай. Кисло-сладкие? Да, источник. Три. Ох, ароматные. Четыре. Ага, хорошо. Сережка, смотри, не просчитайся. Ты по два считаешь? Семь. Восемь. Катя, скиньте яблочек. Девять. Да достаточно, еще яблочко и хорошо. Ага. Десять. Одиннадцать. И сразу же яйца считайте. Тринадцать. 250. 14. Сегодня Сергей рассчитывается. Все. Да, Сергей? Так, 15 на 2, 30, да? О, всовывайте размер в размер. И все, я готовлю бабосы. Сегодня... Они твердашка, ну, по твердашку, курицы бегают по... Да я знаю, я же их грызу, так что... Понимаю. А что, это если твердая шкарлупа, значит... Значит, можно погнуть сковородку. Сколько, говорите, у меня есть денег? Сереж, а ты же имеешь опыт разведения курочек? Да, а что ты хочешь, я нам устроил? Да. К нашему попугаю добавить курей? А сильно надо много за ними ухаживать? Ну, купать их надо, послушайте, послушайте. Да. Купать их надо каждый день. Сушить. Пену. Да, туалет им надо менять, конечно же, да. Консервами кормить. Ну, Катюня, ну, они едят собственные какашки, от этого яйца еще вкуснее становится, правильно? Нет. Со вкусом. Тьфу ты, елки-палки. Обманывает. Конечно, обманывает. Пшеничку, кукурузку, там, травички где-то пощипать. Что, давайте, давайте что-нибудь еще. Так им же курятник нужен. И петух. Ну, надо. Петух обязательно. Без петуха никуда, елки-палки. Да, желательно одного, потому что двое драться а будут. А какая правильно? Площадь на одну курочку вообще должна быть? Ты угомонист, елки-палки. Мне интересно. Просто сарай вот так вот обнес сеткой, кинул туда жменю с утра чего-нибудь, да, поставил там ой, два ящика. Так все, мама там имела, и... У меня по-другому росли, у меня было вот... Картошку варит, дает витамины. Да, я дай тоже бог помню, здоровья бабушка вашей маме. Варила картошку, черуху, все перебивала вот так. Все, отбой, Катюня, яйца не разводим.
Я думал, все гораздо проще. Всего вам хорошего спасибо, дня. До свидания. До свидания. Спасибо. Любовь моя? Что? У меня уже рессоры просели, я все, уже чувствую. Нам уже больше ничего не нужно. Бананы даже фуджи? Ты уже взял яблоки, будешь эти кушать? Ладно, буду. Скушаешь, пойдешь за другими. А вот бананы вижу хорошие. Договорились? Здравствуйте. Здравствуйте. Ёшкин кот, хурма. Не обманули, что у вас только осталось. Такие, можно взять на твои деньги? Серёжа. Катюня, на мои деньги можно и мандарин набрать. Не откажешь мне? Вот возьми, а давай, пожалуйста. Давай, набери. А, я апельсины давай. Детям еще обещала. Слышишь? А. Ты так мне дала деньги погонять, чтобы мне вообще ничего не осталось? Возьми штучки 4 апельсинки. А я даже со своим пакетиком. Ну, я мандарин возьму, а вы нам апельсинки киньте, будьте так любезны. Почем апельсины? Египет 80, Испания 130. Египет тоже сладкий. Давайте Египет. Да. Да, конечно же Египет. Деньги у меня, вы что? Что? Вы рассчитываете. Сегодня я, да. Такой день, такой день. Еще одну давай. Ты мне вечером порежешь, да? Красивенько. Бокальчик вина нальешь, сыр добавишь. Сразу люди подумают, что у тебя что, зубов нет, елки-палки? Ну, куда приятнее порезанную. Порассасывать? Ну да, чем погрызть. Ладно. Ну да, с толстой жопой, беззубая. Ну да. С старыми руками и бабе под 40 лет. 40-летняя баба. Вот это вот уродила так уродила. Так, Катюня. Что, заканчиваются? Скажите, а манго не подешевело, то хорошее? 300 гривен. Ой, блин. 468. Так, ребята, вот это. Там, наверное, вот если есть какой-нибудь двойной, чтобы я сразу в одну руку взял. Потому что остальные две руки у меня уже заняты. А бананчики заняты, ты взял? Чтоб яйца не забыть. Ну, где-то их там, вот они. Так, придется сюда. Слушай, а возьми, что, я тебе потом манго куплю. Еще, да, хорошо. Помидоры? Черри? Возьми капусточку красивую еще. Цветную? Да, цветную. Небольшую или... Побольше можно, только. Катюня, успокойся, деньги-то не казенные, елки-палки. Два огурчика. Тратишь мои. Это не мне надо давать. Это я маме возьму. Нам нужны помидорки в салат. Нужны. И помидорки в салат возьму. А что ты еще салат умеешь готовить? Ты будешь готовить. Это все в день куляковый. Да, и рассчитываю сегодня я. Вот ж, блин. А какие сладкие? Черри? Слаще. Чем мельче, тем сладше. Хотя органика тоже очень вкусная. Смотрите, да давай вот такие возьмем. 160, но это более плотное, более ткачное. Повыбирай несколько штучек. Ох, ароматные упругие, ешкин ты кот. Не-не, она любит. Вы что? Давай пакет. У меня закончился. У меня был один, вот сейчас тебе дадут. Сколько тебе надо на салат? Ну, немного, пожалуйста. Немного, да? Мне еще деньги надо. Только ты смотри, что ты там берешь. Я люблю, Катюня, которые потверже. Да тут они все дубовые, чтобы ты себе зубы не поломала. Все, достаточно. Вот еще достаточно. Серёжа, хватит. Я твои деньги экономлю. Да ты. Которые были. Да я уже устал их пересчитывать, их все меньше и меньше. Так ты не пересчитывай. Блин, маленькие мои. 437, 430. Ой, спасибо за скидочку, потому что... 85. Любовь моя? Тут нагребла столько, что опять меня одалживай. Как, нема? Только 250, 300, сколько вы сказали? Ну, у тебя не хватает. 430. А, конечно, не хватает, у меня 350-390, давай еще, чуть-чуть, оператор. Так, я вам 30. Оп, все, так и живем. О, опять становится, по-моему, чуть-чуть больше. Так, вы нам несете, чтобы я яйца не забыл. Ты бананы взял? А, и бананы здесь. Ого! Огромное спасибо. Набрали, Сереж. А как оно тебе? Спасибо вам. И что? Когда за чужие покупаешь. Нагребла, елки-палки. Спасибо. Огромное. Ты шо? О, клубника. О, смотри. Обалдеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Даже, наверное, не будем спрашивать, почему ваша прелесть, но хочется. 400. Всего-то навсего, Сережка. Вот ты только что пакет взял. Вот и. Ты что, чуть-чуть дороже, чем манго. Елки-палки. Красиво тоже порезал. Слышь, а понюхать бесплатно? Понюхать. Сегодня, да? Ой-ой-ой. А сколько в этом тазике одном? Где-то грамм 600. А да, я не хочу. Я тебя не спрашиваю. Я хочу. А у тебя что, хватит денег? Я не буду добавлять. Я уже горел сарай, гори и хата. Есть и батат, да. Батат. Так, и батат не надо у нас. Не надо собрать. И батат еще остался у нас, да. Вот я приду домой, помою. Угу. Нальешь бокальчик вина себе, да? 250. Все. Тем более со скидочкой. Шикардос.
А ты вот апельсины египетские ешь дешевые. Все, благодарю. Вот это вы сделали сегодня праздник. Теперь точно чувствуется весна, ты понимаешь? Картошки молодой нет, но на клубнику уже попали. Шикардос. Спасибо, до свидания. До свидания. Мы уже можем идти? Катюня. Ты пешком пойдешь? Слышишь? А. Наверное, уже. А ты думаешь, откуда эта клубника? С огорода откуда? А вот еще. Здрасте, здрасте. А у вас что? Ёшкин кот. Ты что, валим отсюда? У меня уже деньги закончились. Мы только что красавица там купили, хочется здесь купить. Красавица какая, да. Ё-моё. Грушу тебе надо? Нет, мне уже ничего не надо. Ну, не надо. Даже вот очищенная недорого? Нет. Не пошли. Нужно. Спасибо. Все, ребята, будьте здоровы. Сереж. Ой, простите. Что, Катюня? А. Слышишь, давай, я тут уже с меня люди смеются. Что, да? И шаг горбатый, елки-палки, хожу с одной рукой. Валим отсюда. Так я думаю, ты уже здесь скажешь домой всем... Да иди сюда, я сейчас скажу. Сейчас я скажу. Ты хочешь слышать? Что, что ты меня любишь? Еще раз ты мне скажешь, чтобы я без тачки на базар шел, чтоб ты была здорова, ёшкин ты кот. Нам вообще ничего не надо было. Как обычно набрали, что мама дорогая. Короче, друзья, я цей души с хорошим настроением. В замечательную погоду мы сегодня лазили по одесскому рынку. Угу. И что-то таки накупили. Всем пока-пока. Чао. До свидания. Ларри-видарри.